Этот видеоматериал мы специально сняли в начале месячника по благоустройству. Мы обязательно к нему вернемся и посмотрим, как будут выглядеть обозначенные адреса через неделю. Тем более, что в Ленинском районе стартовали традиционные субботники. 20 апреля жители и коммунальные службы Видного вышли на улицы, чтобы начать уборку мусора, которого за зиму собралось немало. Но еще больше был энтузиазм у горожан украсить город к лету. Город Видно и весь Ленинский район начали приводить в порядок после зимы. Серьезные работы с применением тяжелой техники велись в районе Тимоховского оврага. Сюда приехал глава Ленинского района, чтобы проверить, как выполняется поручение губернатора по приведению этой территории в порядок. Сергей Кошман также отметил, что администрация поставила себе задачу до 30 мая полностью закончить уборку мусора. Силами городских служб и, главное, жителей будут очищены все улицы Видного. Всегда наводить порядок в доме нужно. И это наша русская традиция – делать это по субботам. И сегодня весь Ленинский район, весь город Видно, жители, очень приятно, что именно жители подключились. Не только наша управляющая компания МУК ЖКХ, представители наших учреждений государственных, других форм собственности, да, выше на улице. И сегодня вместе с нами жители города. Наведем порядок, приведем все в состояние, достойное нашего красивого города, нашего хорошего Ленинского района. То есть все сделаем так, как должно быть. Пасмурная погода не испортила настроение тем, кто пришел на субботник. Наоборот, оно было боевое, и в пример остальным жители очищали улицы еще усердней. Еще планируется на следующую еще один субботник в следующие выходные. Выйдем, поможем городу. Коллектив наш восприняли сегодняшний день с энтузиазмом и работают на двух площадках. В этом году не осталось без внимания и усадьба Тимохова. Превратившаяся за последние годы в свалку, заповедная территория теперь будет облагорожена. Прогулочные дорожки и скамейки подарят горожанам застройщики компании «Удаверна». С этого субботника начались работы по очистке леса. Так много работы, что мы начинаем вот, ну, с минимальных каких-то задач, которые мы сейчас видим. В первую очередь привести прилегающий лес в нормальное состояние, собрать то, что было за зиму и за эти годы залежи, которые здесь остались, наследие этого всего. И постепенно будем двигаться вперед в направлении усадьбы. Несмотря на большое количество мусорных контейнеров и урн, люди продолжают недобросовестно относиться к чистоте города. И каждый должен сам задуматься над этим. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Человек ведь там живет, в этом городе, и не должен мусорить в нем. Мы же в доме не кидаем бумаги на пол. Но я думаю, в городе этого делать не нужно. Пришла весна, и жители города Видное вышли на улицы очистить город от мусора. И наша съемочная группа не осталась в стороне и внесла свою посильную лепту в это благое дело. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Давайте все вместе сделаем наш город чище и краше. Докажем, что любим свой край не только на словах. Следующий субботник состоится 27 апреля. Вооружитесь только хорошим настроением, инвентарем нас обеспечат.